Всем привет! С вами Комаров Виталий. И сегодня у меня первая распаковка посылки, которую мне прислал мой подписчик Владимир Туваев. Большое спасибо! Привет тебе и всей твоей семье! Будьте здоровы! Фокус этой посылки в том, что в ней есть тот самый табак, который заказывать не надо. То есть табак очень сильно вонючий. Я в конце назову, чья это фирма такая шикарная. Кто рассылает говно, мы сегодня все узнаем. Вот еще бы ее раскрыть, вот как всегда, не люблю я раскрывать вот такие вот посылки, вот распечатываешь их, распечатываешь, а где она, что открывается? Хрен бы ее знать. Так, тут открыли, тут следующая пошла. Вот, так, теперь мне надо вот эту всю фигню тут найти, где она тут есть. Вот как-то так она тут где-то. Ага, она туда идет, во. Ну, почти открыл. Видео, наверное, будет длинным. Ну что ты, елки-палки, да как же тебя тут открыть-то? Вот она где. Вот. Тут бумага для заполнения. Так. Это бумага. Посылка должна быть полной. Ух. Не помню, кто прислал. Это вот ему прислали табак. Ну, откуда-то из-за границы. Я надеюсь, Владимир поправит меня, откуда и как, что это табак такой. Как я понимаю, Израиль. Вот он, вот так вот упаковочка выглядит. О, табак. Ой, пахнет сказка. Так, здесь что? Это из Перми табак. Так вот. Сейчас мы еще тут. Вот прям вот сразу же вот в пакетах он пахнет вот изумительно. Так. Этот запах как-то копченым отдает. Так. Ну это тоже здесь он насыпал его. Ой, я даже по запахам уже, честно сказать, запутался, где какой табак. Сколько их здесь. Французская мешка. Олег Смирнов прислал ему. Да, пока все хорошо. Тоже табак Олега Смирнова здесь запечатан. То есть то, что вот здесь вот этикетки эти, это еще ни о чем не говорит. Так, распечатаем. Пока на запах прям все, прям такие табаки. Я балдю. Ай, вот это тоже. О, черт его знает уже какой. Так. А это, похоже, как я понимаю, табак Май. В Мае собранный. Это, как я понимаю, его собственный табак. Ай. Катка. Здесь вот эти, вот эту штуку надо нарезать. И это самое, закручивать, сбивать и курить.
Это способ ферментации такой табака. Кстати, хороший способ. Трубочный. Голд какой-то. Ой, так шоколадкой прет. Ой, вот прям шоколад прям аж в нос бьет, а. Обалдеть. Это тоже трубочный табак. Но трубочный он плохо забивается в гильзы. Самокрутки. Видео долго-долго будет. Я сейчас выйду, на паузу поставлю. А вот этот табак Юга. Пока погоди. Это Вирджинии Берла Бурса. Я не знаю. Так, этот. Вот табак Юга мы самым последним понюхаем. Понюхаем. Ой. Такие табаки где-либо купить — это нереально. Я вам сразу говорю. Это довольно-таки дорогие. Вот судя по запаху, это довольно-таки дорогие табаки. Вот тоже табак Юга. И этот тоже табак Юга. Вот эти табаки мы попробуем в последнюю очередь. Так, сейчас я отщелкиваюсь. Поставлю на паузу. Приготовлю курилки все. Попробуем. Так, вот он, я возвращаюсь. Микрофончик прицепим. Запах, конечно, обалдеть. Это нужно прям. Это, ребята, это нужно нюхать. Но где моя зажигалка? Зажигалка моя вот где. Микрофон к себе привязал. Ой, так, ну, жена меня, наверное, убьет. Столько накурить здесь. Вернее, сейчас я столько накурю здесь. Это будет что там? Набивал прям по чуть-чуть. Так, ну вот этот вот вроде как влажноватый. Это вот с этого пакета. Скрутку я не стал резать. Ну, что-то больно долго ее. Сейчас попробуем. А, ну, поехали. Их тут много курить. Все я докурить их не буду, просто вспыхну. Попробуем. В конце вот этот. Я даже не знаю, буду я его пробовать или нет. Ух. Сейчас, конечно, если сигарет за сигаретой курить, черт знает, что будет. Но все равно как-то это будет понятно. Вот этот табак довольно-таки, ну, сейчас, что ли, кажется, слабым. Вот во рту, это вот свой табак, как я понимаю. Володя, если что, поправляй в комментариях. Так, ладно, тушим, а то на остальное не хватит. Уже есть такое ощущение, что уже накурился, даже чуть-чуть покурив. Следующую сигаретку. Это вот, он темный и так пахнет копченым. Даже интересно, мне не встречался такой табак ни разу.
смотрим, то есть пробуем, курим. Сыроватый, по-моему. Тоже табак хороший, после первого уже как-то это. Здесь нужно соблюдать как-то, идти, например, от слабого к крепкому, как-то так. Табачок приятный, что-то как-то не пойму даже какой. Пошел. Что-то как-то вот черешня, что ли, отдает он. Я говорю еще раз, так табак не пробуется. Табак хороший. Есть такое ощущение, что черешник. Черешня отдает. Так, это вот этот вот у нас, он израильский. Ну, тут, по-моему, понятно, что на иврите написано. Вот, французская мешка. Должна быть штука хорошая, приятненькая. Пробуем. Ядреная. Когда с одной сигаретки переходит на другой, всегда в первые разы они прям такие убийственные такие. И потому что когда прикуриваешься, уже чувствуешь эти все вкусы. Но здесь несколько сортов табака. Крепковатый. Не слишком крепкий, но есть. Вкус я уже, по-моему, потерял. Но это хороший табак. Довольно-таки приятный, ароматный. Чувствуется это. Так, следующий у нас классика. Здесь что-то он намешал. Вот она такая у меня тут не полностью набитая. Мешечка какая-то. Я уже, честно сказать, докурился. Но надо. Надо. Да, одна за одной. Интересно, как вот этот потом будет после всего этого. Кстати, на телеке тоже я. Это с телефона дублируется экран на телевизор. Ну, чтобы тихо было. Табак хороший. Короче, я сейчас только могу сказать, табак хороший или плохой уже. По-моему, так. Так. Не помню, кто прислал. Тоже вот израильский. Я говорю, знаете, какой он. Вот он, израильский. Тот, не тот, такой, не такой, не знаю уже. Сейчас что-то прям как долбанул прям такими нотками табачными. Табак еще трубчатый. Сигаретка туго идет. Трубку я не курю.
Вот этот, мне кажется, он табак точно не дешевый. Бахшага. Фиг его знает. Хороший табак тоже. Здесь, я как понимаю, табаков плохих вообще нету. Вот это уже он изначально чувствует, что он не дешевый. Ой, борец, бравый Олег Смирнов. Пробуем. Фу. Так, наверное, вот этот последний, я уже все, я уже не отфил. Фу. Да. Это, по-моему, тест выживет, не выживет после такого количества выкуренных. Вкус я уже сказать не могу. Чувствуется, что табак. Но если дерьмо, оно чувствуется. Фу. Я не призываю никого курить. Если не курить, то и не надо. Фу, табак хороший. Так, ладно, все, я это не осиляю. Этот табачок сейчас надо убрать, запаковать. И убрать отсюда подальше. Вот перед раскрытием вот того. Так, закрываемся, закрываемся. Да что ты? Не закрывается. Ага, закрылся. Так, убираю подальше. Эти все табаки тоже я убираю подальше. Приклеился. Это техника безопасности такая. Табаки изумительные, прям вопросов нет. Единственное, что подряд курить их, это, ну, оценить это невозможно. Мне показывает, пока снимает, снимает. Это хорошо. Так, и это убираем. Так, и в стороночку. Этот мы тоже завернем. Дальше в комментариях я буду отписываться. Ну или под видео буду отписываться. Какие что, как табаки. Так, у нас теперь табак Юга. Ну-с, я его просил запечатать. Не просто так хорошо. Сейчас мы это дело откроем. Табак Юга я ни разу не заказывал. Но... Очень-очень много уж я о нем плохого слышал. Фу, блядь. В натуре валерьянка. Фу. Вот. Я не знаю, сейчас в больницах так не воняет. Эй, чё? Это тоже табак Юга, тоже запечатан тщательно. Хоть один, но надо будет попробовать, потому что я в сущности хотел вот попробовать такое вот, ну такое говно, которое действительно говно. Я хотел попробовать, до какой же степени это говно вот на себе. Не знаю. Такая же хрень. Вирджиния Берли Вурса. Резко довольно-таки крупноватая. Фу. Блять, даже здесь воняет. Сейчас вот скрутил, валерьянка воняет. Ребята, у меня есть основания доверять этому человеку, который мне прислал, Владимиру. Это... Тем более, это не один такой вот, не одно такое видео я видел, где
Вот этот табак Юга так обхирается. Вирджиния Кентукки. Вот Кентукки что-то еще пахнет, кроме чем как валерьянкой. Вроде ничего. Но коль уж ничего, так ничего. Пускай. Ну-ка. Вот. Нарезан крупно. Ну-ка, другой какой-нибудь. Вот это помельче. Вот табачный резко. Ой, это резко для трубочной резко. Она не сигаретная. Не знаю, Володь, может быть, заказал не сигаретную. Тьфу, блядь. Тёж, попробуй что-то. Значит, не воняет. Это она крупная. Ладно. Может быть, выживу. Попробую сейчас забить ее. Фу, блядь. Это. Табак Юга, вы там что, совсем что ли, а? Вы людям посылаете, а не бледве какой-то, господи. Фу, блядь. Если хотите бросить курить, заказывайте табак Юга. Вот вы его курить не будете. Сейчас что-нибудь попробую. Ладно, там трубчатый, хрен с ним. Ну, фу, блядь. Это вот взять старый матрас, блядь, олить его весь валерьянкой, вот такая хрень будет стоять. Вот. Фу, блядь. Меня завтра жена из дома выгонит. Я еще не закурил. Так я вообще дома не курю. Это вот уже уж, как говорится, это самое. Фу. Мне даже голова заболела. То ли от курева, то ли вот от этого херни. Это... Нет, это свинство. О, кстати, табак Юга и мастер табак, они находятся на одном... По одному адресу в Дагестане. Фу, блядь, вот... Ладно. Какая, блядь. Хай. Это не табак, это, блядь, я не знаю, что такое. У меня такое ощущение было, что я сейчас взял пучок соломы, блядь, и у себя под носом поджег. Ладно. Ладно. Так, это Вирджиния... А, Берли Бурса. Вирджинии, Берли Бурса. Ладно. Фу, блядь, такая же хуйня. Господи. Что же вы такое делаете-то? Вот у меня группа в Одноклассниках есть. Я ссылочку тоже на нее дам. Там голосуют вот за этот табак. Фу. Вернее, не просто за табаки голосуют. Но вот это вот, это... Я не знаю.
вдыхаю. Но если вот не нюхать, тихо, то тут что-то и нет ничего. Во рту все равно валерьянка есть. Я с грешным делом сначала подумал, что они сюда, может быть, листы валерьянки добавляют. Нет, здесь табачные листы. Я только не знаю, это какое-то вообще абсолютное нарушение хранения табака. Как вы это храните, потом за каким хреном вы вот обрабатываете вот эту вот хуйню вот чем-то и вот такой вот высылаете. 2000 рублей килограмм, блядь. Вы... 2000 рублей килограмм. Вы чё? Вот человек у вас заказывал, да? Он сказал, это пойдет на обзор. Он изначально согласился мне, фу, блядь, выслать мне вот это вот говно. Вот теперь я знаю. То, что у меня табаки были говно, это было говно. Но вот это эталонное говно, его надо достичь. Я не знаю, это нужно трудиться, блядь, чтобы... Такое эталонное говно получилось. Табак Юга. Вы не имеете совести. Вы нарушаете все кибени матери технологии. Я не знаю, что вы сюда пихаете, блядь. Вы чё? Это... Я не знаю. Это... Даже если валерьянкой полить, такой вони, блядь, не будет. Что вы там туда такое пихаете? Это не пахнет валерьянкой, но, блядь, это не валерьянка. Вот. Потому что валерьянка, она так не может быть. Пахнет валерьянкой. Я не знаю, валерьянка, она имеет свойство выдыхаться как-то. Но это что? Это 2000 рублей килограмм, когда я смотрел последний раз. 2000 рублей килограмм. Это, блядь, уму непостижимо. За 2000 прислать вот эту хуйню, блядь. Я не знаю, что вам еще, блядь, можно это сказать. Вы просто не дорожите своей репутацией, блядь. Ни в какой степени, ни в каких рамках. Если вы со мной не согласны, пришлите мне. Я его попробую. Но я еще и контрольную закупку у вас сделаю. Вот. Притом не на мой адрес, блядь, будет. Вы даже знать не будете, кто вам что, кто у вас что заказал, блядь. Это, я не знаю, вот говно, вот у меня вот это, за это рожу бить надо. В прямом смысле, прям брать и бить рожу. Вот одевать этот пакет на голову, блядь, и бить рожу. У меня все, ребят. Спасибо, подписывайтесь на канал, ссылочка на табак Юга будет обязательно, не только на табак Юга, но и на табачного мастера будет ссылка, так что думайте. Табачный мастер и табак Юга находятся по одному и тому же адресу, там думаете сами, разное это, не разное, но это, блядь, говно, вот я не хотел матом ругаться, я вот просто... У меня вот просто это... Вы людей какой-то хуйней травите. Вот я не знаю. Все, до свидания.